Почти полгода жители Рудника жили без почты. За посылками и отправлениями люди ездили на Тагилстрой. Накануне почтовое отделение на улице Шмидта, 22, открыли. Теперь мы, конечно, очень довольны. Вчера почтальон, нас всех предупредили, что почта открывается. Вот так и жили, мучились, ездили туда, на Тагилстрой. Куда деваться? Платить-то надо за все. Конечно, ближе, чем куда-то ездить далеко. Чего пенсионеры? Спасибо, что сделали, отремонтировали, все хорошо. Напомним, закрылась почта на Руднике в июне. Официальная причина – отсутствие зданий электроэнергии. В октябре на проблему обратил внимание глава города Владислав Пинаев и депутат областного заксобрания Вячеслав Погудин. За дело сразу взялись специалисты. Техусловия были выданы в кратчайшие сроки, проект был сделан в кратчайшие сроки. И Тагилэнергосети подвели электроэнергию данному объекту. И благодаря этому вчера почта наша заработала. Почтовое отделение на улице Шмидта, 22, обслуживает весь Рудник. В микрорайоне проживают 7 тысяч тагильчан. Время работы с 9 утра до 6 вечера по будням и с 9 утра до 4 вечера по субботам.